Да, мы находимся в верховье около Федосовской. Вот. Сейчас я вам покажу, что осталось от банек. Тоже тут были три штуки. А где была кузня, я не знаю. Вот одна банька. Там был вход. Тут, похоже, была парилочка. Топилась по-черному, видите? Стенки черные. Воду, наверное, брали из этой канавы. Да-да-да. О, здесь предбанник весь развалился. Может, кто знает свою баньку с детства. Сейчас пойдем в другой баньке. Тут уже грибы старые. Как будто дорога была. Так, вот. Вот еще одна банька. Тут какая-то вот купаница. Вот. Ты про эту, да, Андрей, говорил? Вот еще. Тут вообще давным-давно уже никто ничего не моет. Ни спинку, ни голову. Вход. Вход теперь не найти. Но если, так скажем, смотреть здраво, так вот, похоже, что вот это были сени. Тут были сенцы. Да, выход к воде. А где здесь была кузница? Трудно сказать. Если уж баньки пропали. А на самом деле так-то большая такая баня была. Нету, да, никакой кузни. Так. Вот. Две баньки мы нашли. Ну все, мы пошли на наше болото. Вот видите, тут даже тропа есть. Вот тропа. Мы пытаемся найти сегодня клюкву. Пошло второе ведро клюквы. У Андрюхи третье. Он берет двумя руками и глазами мнет. Вот берем. Да, косечку он мне оставит. Потом, может быть, вот эту я поберу. Может быть. Если успею. Вон, и вон у меня рюкзачок чей-то. Да. Ручной труд. Украшает. Болото. Кучки. О, вот она моя. Так, видите, видите. Это там тоже берет, видите. Все берет и берет. Вперед. Саня сказал утюгу. Вообще брать могу. Поварь там такая. Давится. Переспела. Прям переспела. Не дождалась. Так приходится собирать то, что покрупнее. Птички жалуются, что столовая скоро закроется. С них спросит. Танцевали тут. Побудь.
Они повеселились, помяли болото. Бывало и похуже. Да, медведь будет раздосадован. Придет сегодня ночью. А тут все. Какие-то двуногие. Да, он же нам не показывает, где брусник. Так бы... Он ее выкакивает? Да, где он ее... Откуда он ее выкакивает? Просто безобразие какое-то тут. Недоразумение. Прошло прямо сапогами по ягодам. А может, это и не сапоги. Может, пятки голые. Да, Андрюх, тут нам все равно, что все. 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 Эпицентр закончился. Все, выходим к банькам. Эй, Андрюха, закинь мне. Че? А? Лямочку. Оп. 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 Хоп, хей, головой. Ну, вот это шел тут. Клюквы побрали, тушенки с макаронами поели и полетели. С животными сравнялись. Да. И полетели на озеро. Завершаем сезон на стадомов. Доля вторая. Вот мы прибыли на становое. Андрюха не может пройти мимо ягод. Не, не может. Видите, не наелся он сегодня ягод. Черника. Черника там. Ты не видел настоящей черники в этом году. Так. Там вторую резинку-то сняли? Да. Приехали, короче, лодки накосять, просушить. И уехали. Подожди, поставь кузов туда. Ветер не дает нам возможности идти. Нормально, да. Нормально идти. Придется разделиться. Леха пойдет по берегу. Я знал, что это будешь делать. Зря я тебя туда выпустил. Сейчас я пройду туда, пока ветра нету. Вот. Только что хотел заснять, нажалось не то. Вот он легко поймал что-то на ухо. У нас и такая вот бабочка такая прилетела. И все время за Андрюхой. Хочет за Андрюхой. Хочет, не дает. Да. Вводит, но вот, у своих хоботов нет. Хоботов бирпич. Опять прилетел. Вот нравится Татяков и эти бабочки. Растет еще.
не снимай. GoPro стоп видео. Озеро нам, да и не озеро, это сегодня вообще день такой, погода, озеро говорит, ловите, что вы хотите. Там глубоко, но там очень длинный ком. Потихонечку сушим лодки, весла, собираемся потихонечку домой. Пожалуйтесь, что там вас не кормили? Меня вообще тут не кормят. Ничем. Голодом морят. Да, в баню не ходят. Да, да, да. Смотри, скоро поджопник даже, блин, пристегиваться не будет. Да. Черти, короче. Ладно, все. Все экономят на мне. Сейчас ребята закроют гастроль. Да. Андрюха, туда положи. Чтоб не прыгали нигде. Или ты хочешь в этом рюкзаке? Да где угодно, господи. Да, все равно разгружать. Ну, Наталья, видишь, всего сколько шиповника больше не наросло. Главное, Женька таракана привел. И Женька нашел таракана. Женька катал сегодня тараканами. Он с собой возил. Не показывал. Да-да-да. Откуда он взялся, это мы тоже интересно. Позорить. Пьют исключительно псыш. Купили по дешевке в этом. В магните. В магните, да. Самый дешевый. Покупайте в магните псыш, да. Хорошо, в принципе. Пьется стопками. Реклама. Исключительно в лечебных целях. Да. Там же написано вот. Слабо газированный напиток, чувак. Природно лечебно-столовая. Андрюха, ты чем там занимаешься? Андрюха, надувная женщина осталась не дома. Я останусь тут. Да.
Перепутал опять с Катькой. Вот тут лучше. Ой, любит он ее. Да. Она меня водила, она меня катала. Всю неделю. Он гриб лучше семьи какой-то, шикарный он еще. Да вон, нам вон, эти грибы есть. Уже не нужны. Как ты говоришь? Вот мы и покидаем тебя, Становое. Закончился сезон 2023 года. Лето. Вернее, осень. Вроде ничего не забыли. Ну что, сегодня у нас заключительный вечер. Сейчас мы начинаем уже частично грузиться. Что, ты в этой корзине повезешь? А почему нет? Вот же газ. Газы теперь не используются. Переложить их. Почему? В ведро, наверное. Какое-то белое. Потому что они снизу взмокли что-то. Коробка взмокла там в прицепе. Мужчинки развлекаются. Неугомонный.